В Магадане циклон от тайфуна Лам, который сформировался в Тихом океане неделю назад. Из-за ухудшения погодных условий возникли проблемы с авиасообщением. Ветер 18 метров в секунду, видимость 300 метров, временами ливневый снег. Вылеты в Ивенск и Симчан из аэропорта «Сокол» перенесены на понедельник. Из Хабаровска и Москвы рейсы прибыли в первой половине дня по расписанию. Воздушное судно авиакомпании «Аврора» из Петропавловска-Камчатска в Магадан приземлилось в Хабаровске. Время прибытия в Магадан пока неизвестно. Экипаж лайнера ожидает улучшения погодных условий.